Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И я смотрю, у нас сегодня в ежедневном испытании разыгрывается, естественно, наш маг-воин. И поэтому, естественно, я пойду сразу же в эту битву нахрапом. И будем мы с вами, наверное, здесь отгребать. Ха-ха, шучу. Будем валить. Я надеюсь, мне дают любых юнитов. Соответственно, мы с вами берем нашу кавалерскую гвардию. Так, подожди, вот так и вот так. Кого еще у нас? Кого нам не хватает? Я не могу понять. А, конечно же, елки-палки, как же я про голема-то своего родного мог забыть? Ну что, вот теперь давайте, ребят, посмотрим. Так, 22 плюс 17, еще плюс 7. Ой, красота. 50 карточек где-то мы с вами сегодня сможем получить. Ну, не 50, около 50. Фух, но пока рано загадывать, еще неизвестно что, как и почему. Может быть, мы сейчас тут с вами проиграем пару раз, хотя я на это не настроен, если честно. Ну, естественно, паладин выходит. Кстати, кто говорит, что паладин ерунда, я с тем не соглашусь. Я не уверен, что он ерунда, ребята, он довольно крепкий парень, он довольно хорошо держит удар. Оу-оу-оу-оу. Так что не надо недооценивать, ребята. Опа, нифига мы тут обменялись. Нармур, я вам скажу. Ха-ха, он говорит, чего? А, ну это, ребят, ладно. У нас же здесь все-таки не основная сюжетка, поэтому могут наносить урон моей басе. Главное нам здесь выиграть. Слушай, что-то мне не нравится. Зачистил, по-моему, братюня, вам не кажется, а? Ну-ка, давай-ка, опс, вот так. Блин. Ребята, а мы здесь проигрываем с вами. Вот что я вам скажу. Ха-ха, может быть, я рано губежки-то тут раскатал на три победы. Опа-на, вы видели, что делает, а? Ну, давай-давай-давай-давай. Отлично, забомбил. Забомбил. Сейчас, ребят, должны мы пробиться, прорвать, как говорится, эту оборону и... Да идите вы в баню, оба. Лезу, да, здесь еще. Нам как бы не до них. Вот. И начинаем бомбить потихонечку базу. А лучше бы, конечно, не потихонечку, а... Все сразу по удару бы сделали. Но только вот... Опачки. А как он, интересно, так сделал-то? Быстрее меня фаербол применил. Не понял. Не понял юмора. Как он так смог сделать? Я же... Блин, ребят, я, наверное, путаю, может, что-то. Но, по-моему, я первый применял фаербол. Соответственно, у меня должен был у первого откатиться. А он взял быстрее меня. Опять! Да вообще припух. Ну-ка, сноси базу ему нафиг. Вот так вот. Да выеживался. Так, забираем 22 карточки, ребята. Естественно, нас поздравляют с первой победой. Фух. 22. И сразу же с вами идем на следующий бой. Так, секунду. На следующий бой, да. Мак-рыцарь, поехали. Разместите свои войска. Естественно, размещу. Так, голем, ниндзя и... А раньше, ребята, было время, когда мне очень нравился воблер. И он всегда практически был у меня в пачке. Но после того, как я узнал, что он слишком ватный, а он действительно ватный, то мне пришлось его просто-напросто убрать. И, как видите, я нашел неплохую замену. Это вот ниндзя. Но я также хочу, ребята, сделать что? Раскачать до 4 звезд... Да что такое-то, а? Смотри, как он прошел. До 4 звезд чумную... Ну, давай так его бомбанем. Чумную мышь, короче. И тогда у нас будет вообще все на мази. Мы будем здесь просто всех рвать. Да идите вы... Ага, он тоже сделал. Ну что же, мы все равно здесь выиграли. Так, воришка, воришка идет. Бум, всему хана. Далеко он не прошел. Смотрите, мы базу ему как быстро снесли-то. Ой, как хорошо. Сейчас, естественно, выйдет паладин, да? Нет? Ха-ха, не успел. Не успел. А кто не успел, тот съел. Вот и все. Хорошо, ребят, отлично. Мы базу с вами разбомбашили. Получаем сколько там? 12 карточек. И еще разочек с вами сыграем, чтобы, как говорится, полностью пройти это ежедневное испытание. На самом деле это ежедневное избиение врага происходит, потому что чего бы он тут ни делал, чего бы он тут ни изобретал, ребят, все равно ему будет плохо. Так, кого не хватает? Не хватает у нас...
Все время смотрю, все время забываю, кого у нас не хватает-то. Голем, ниндзя, молотильщик. Конечно же, мага, ё-моё. Совсем уже. Так, поехали. Поехали, попрыгали. Потом, ребят, на основную сюжетку пойдем, а там будет, ух, как не сладко нам. А мне так вообще будет не сладко. Ну что же. Погнали. Причем у нас, кстати, раскачка замка одинаковая у него. У него, видимо, тоже 4 уровня. Да куда ты прешь-то, а? Ладно, мы не будем, ребят, пока... А, нет, вообще тут так можно сделать. Сразу в инвиз. Угу. Так, ну-ка, бомбанем. Ой, как это так получилось? Кто мне скажет, ребят? Я не врубился. Поехали. А вот это он зря сделал, ребят. Это... А мы... Опс! Замечательно. Вот что я вам скажу. Он фаербол просто-напросто зря потратил. Вот что я хотел вам сказать. Просто зря. Так, тихо, не надо буянить, пожалуйста, здесь, а? Паладиныч, не выделывайся, не выеживайся. Так, манну заберем. Да что ж такое-то, я не могу понять, что за фигня-то происходит? Эй, вот, опять фаерболом ударил. Хорошо, мы все равно с вами подойдем. Я сейчас звездану, ребят, звездану. Вот так вот, опс. И все, чтобы было неповадно ему. Да ну, никаких шансов у него, ребят, здесь на победу нету. Не будет. Никогда. Так, давайте разбиваем. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. И пробиваем базу. Да чтоб тебя этот... Ускоряемся, ребят. Вот так, на ускорение. Жик. Все. Да, все, ребята. Паладиныч там вышел. Я думал, сейчас будет нам мешать. Но мы его разобрали. Вместе с базой. Отлично. 7 карточек забираем. Да. И все у нас хорошо. Ну что же, ежедневное задание мы с вами сделали. И теперь мы будем с вами направляться на основную сюжетную линию. Единственное, ребят, я хотел, конечно, вот на арене, но не судьба, потому что мне дают 65-х уровней, а тут 63-х. Согласитесь, нет резона мне драться, потому что я проиграю в любом случае ему. Так, у нас в магазине, о, терракотовый воин доступен, одна карточка. Ну и ладно, все, больше тут никого нам не дают. Едем. Едем и смотрим, кто у нас здесь. Да, мы остановились с вами на нежити. Ах, у нас еще и здесь провал. Вот здесь провал. А почему проиграли мы здесь? Все, я вспомнил. Потому что здесь не ниндзя. Хм, кого же нам здесь взять? Попробовать вот этой бригадой, что ли? Слушайте, а мы же, по-моему, в тот раз играли ей, да? И ничего у нас не вышло. Тогда, наверное, придется вот этой играть. Блин, ну тут Ронин, а? Он же сейчас меня будет спамить. Я попробую, ребят. Че мы все время рассусолим, да? Надо всегда пробовать. А там уже будем видно. Будет видно по результатам. Да, колода не дешевая. Если сейчас Ронин выскочит, это будет плохо нам. Лучника вызову. А знаете, почему я вызвал, ребята, лучника? Если бы Ронин сейчас выскочил бы в неистовстве, он бы убил бы лучницу и потратил бы свой этот удар. А так вот, видите, хорошо получается у нас. Так, кто там еще? О-о-о-о. Тихонько тут разбуянились. Побежал он. Далеко ли цапля? Вот, отражение урона, это вообще замечательно. Давай, цапля, выходи, ты мне здесь нужна. Ой, я же забыл, ребят, тут же босс. Ёлки-палки. Че ж я делаю-то, а? Че ж я сделал? Сглупил, да, сглупил, ребята. Потому что тут же босс, и он вызвал его. Почему он так быстро его, я не знаю. Как он так успевает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, что у нас тут выйдет-то. Как же больно бьет, а. Богиня, богиня, выходи, пожалуйста. Выходи, родная, мне без тебя никак. Ну, кто, как говорится, кого. Блин, она у меня не прикрыта, ребята, она не прикрыта. Есть. Чтоб тебя. Да, к сожалению, тоже они, ребята, убили мою королеву. Ладно, будем стараться. Вышел Ронин.
Сейчас, конечно, уничтожат, да, уничтожат, ребята. Тут нам нужны лучники. И желательно много. Ой! Что-то не помогает тут даже лучники, ребят. Да этот тигр достал, вот честно вам скажу. Это все из-за него, блин. Дронин там этот, голодронин. Давай, 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 давай. 24 секунды. Ну куда там? Не получится нифига, ребят. Не получится. Все тут разруливает ниндзя, ребят. Он офигенно просто рулит. И плюс вот этот вот мелкий спам. Вообще нервирует, если честно. Не могу, прям раздражает. Не получится, ребят. 3 секунды, и опять мы с вами здесь не уложились по времени. Ну и правильно, еще тигр вылетает. Да, что ж тогда делать-то нам? Погодите, ребята, по-моему, я в тот раз именно этой пачкой играл. Нет, надо будет попробовать все-таки взять ту самую первую и попытаться. Смотрите, все, вот, мы возле замка его, но мы уже по времени не уложились. И все этот тигр, а? Уж больно он хорошо дамажит. Я не хочу брать себе. А может быть взять тоже тигра, а? Да ну, не вариант, он дорого стоит. Хотя вместо лучницы можно было бы его, да? Слушайте, сейчас посмотрим. Ой, вот это да. Ну не подумал бы никогда, что вот так мы с вами встрянем. Давай отойдем маленько сюда в сторону и посмотрим, кому мы можем поставить вместо лучницы. Здесь вообще не нужны. Или вот это не нужно. Ну, мне кажется, что лучницу надо менять. Давайте смотреть. Кстати, подождите, у нас же есть, ребята, оборотень. А он же неплох, он очень неплох. Как раз против ниндзя. Тем более, если он будет впадать в неистовство, то это вообще офигенно. Слушай, тыква тоже неплоха, у нее дальний радиус обстрела. Ай, как же, я не знаю, вот прям вот... Ну, летучую мышь нет смысла брать, нету. Хм. Ну что, попробуем, может быть, ребята, с вами вот оборотнем поиграть. Получится, не получится. Затащим, не затащим. Но перед этим я все-таки вот этой командой сыграю, ребят, посмотрю, получится у меня или нет. Очень большие, конечно, сомнения. Но тем не менее. Мы проигрываем всего лишь, ребята, на один уровень, да, вот по ниндзя. Тут 4 звезды, тут 3. Поехали, будем пытаться. Летучая мышь тут, по-моему, вообще не при делах, если честно. Она никак нам тут не поможет. Тем более у нее всего лишь 3 звезды. В общем, будем пытаться, стараться. Где там твой Ронин, псих? Я не вижу его. Ты знаешь, он будет его вызывать? Во-во-во-во-во-во! Вышел, вышел. Ха-ха, хорошо-то как! Это для начала ему. Чтоб было неповадно, нам нужно, ребята, вызывать богиню света. Не забываем об этом. Богиню, блин. Света надо вызвать нам. Точнее, у меня здесь не богиня света, ребята. У меня здесь дедуля. Богиня света это у него. Ну-ка, давай, звездани разочек. Бамс, отлично. Вот, он уже ее вызвал, ребят. Он ее уже вызвал. Так, хорошо. Заморозку. Чтоб было им всем тут неповадно. И фаербол. Отлично. Да уйди ты. Ой, дед, дед, ну как же так? Ну дедуля, ну ё-моё. Так, все равно буду вызывать, ребят. Все равно буду вызывать летучую мышь. Ха-ха-ха. Моя ниндзя из-под тишка, да? Через, как говорится, спину голема расстреляла вражескую ниндзю, и это хорошо было. Ой, ё-ё-ё-ё, смотри, что тут происходит, ребят. Ой, подожди, 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 так мы не договаривались. Да иди ты в баню уже. Слушай, есть вероятность, что мы здесь, ребят, затащим. Ну! Молотильщик, ядрен, батон, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тигр вылез, как-то не вовремя все это... И, да, да-да-да-да-да-да. Вот она, ребята, победа. Фу, тяжело было, сразу вам скажу. Фу, но победили. И это уже большой плюсик в нашу сторону. Ну что же, теперь можно со спокойной душой переходить на территорию нежити и приступать. Так, и у нас здесь, как видим, зомби
Обычный и зомби-камикадзе. Так, какая же здесь у нас команда будет хорошо рулить? Да, в принципе, вот это вот. Потому что здесь есть ниндзя, здесь есть летучая чумная мышь, которая будет плеваться. В общем, самое то, что нужно. Поехали, ребят. Эй, куда ты вышел-то? Родной ты мой, куда ты вышел? Ну-ка, циркуляр, давай. Жик. Вот так вот, другой разговор. А тут пускай же взрывается нам по барабану. Давай, чумная, выходи. Вот, давай его бомби, жги его. Классно. Очень классно, ребята. С мышкой мы здесь с вами разрулим вообще все по чернаку. Ха-ха-ай. Я еще вот так, ой. Блин, надо было подождать, когда он убьет ее. Ладно, фиксим, все равно победа здесь за нами, ребят. Никаких шансов у него на победу здесь не будет. Абсолютно. Все, довольно легко и просто. Мы с вами двигаемся дальше. Поехали. Мне просто интересно знать, кто сейчас прибавится здесь. А ну-ка. Ой, ну только не когтистый. Он же, ребят, по-моему, задевает и воздушные цели, да, и наземные своими клешнями. Ладно, хорошо. Пойдем, попробуем. И самое противное, что когда он умирает, у него голова отлетает и взрывается. Соответственно, взрывается там, где стоят мои юниты. Это очень плохо. Так, выходит камикадзе. Давайте прикроемся маленько големом. Вот он вышел, этот когтистый говнюк. Надо вызвать ниндзю. Ну-ка. Слушай, а ниндзя довольно хорошо справляется. Вы видели, да? Очень хорошо, поэтому я буду вызывать еще и чумную летучую мышь. И вот так вот ему. Ха-ха. Ну куда ты вышел, родной? Иди и поспи. Тьфу. Ну вы прекрасно видите результат. Сейчас будет победа за нами. Да, отлично. Слушайте, он мне уже, знаете, кажется таким смешным и нелепым, этот когтистый чувачок. Поэтому... Что у нас тут? Банши прибавляется. Для меня даже банши никакого авторитета здесь не имеет. Поэтому поехали. Да, она кричит, но я думаю, что чумная мышь в паре с ниндзей просто порвет эту банши. Так, тихо, не надо выделываться. Вот так мы сделаем. Ой-ой-ой-ой, камикадзе, это надо быстрее кого-то быстро вызывать, чтобы он, как говорится, перехватил. Ну, а сейчас все бомбанут. Ну да, конечно, так вот и происходит. А вот, ребята, и банши пожаловала сама собственной персоной. Обожаю, когда вот стоит танк, а сзади танка огнестрелы, ребята. Ну, я имею в виду юниты, которые стреляются. Ой-ой-ой, тут плохо было. Но, тем не менее, все равно, базе сейчас будет хана, ребят. Ну, да чтоб тебя! Придется вызывать подкрепление. Ой-ой-ой. Как-то банши быстро разобралась с моими стрелками. Все, базы как не бывало. А мы двигаемся с вами дальше. Мне кажется, здесь как-то мертвецы, нежить сдают свои полномочия. Так, ребят, смотрим. Смотрите-ка, здесь прыгун и когтистый. Прыгун меня здесь... Погоди-ка, а здесь мы вот так вот сделаем с вами, а? У меня же здесь тоже прыгун. Давайте попробуем. Правда, у меня очень мало здесь юнитов, которые могут стрелять. То есть, получается, только лишь всадник на журавле. И все. А, нет. Воин-маг тоже может. Да-да-да, может. Ну, поэтому мы, наверное, и начнем. Ой! Тихо. Я как-то... А если вот так вот? Что, все? Взмок, родной. Ничего не понял. Я не понял, кто там... А кто там так быстро моего, извините меня, монстрика заколбасил, а? Ты что ли, когтистый? Наверняка он. Ой, сейчас перепрыгнуть будет опять. Так. Давай мы вот так, наверное, с вами сделаем. И вот так. Отлично. Все, здесь прикрыто у нас будет. Так, пора вызывать всадника, ребята. На журавле. Да ёпрасоте, ты посмотри, что творит. Ха, отражение урона. Вот это классно сейчас было. Ребята, через отражение урона она просто завалила этого прыгуна на раз-два, вот и все. Такой смех, дикий. Все, ребята, базе хана. Все, как говорится, тютелька в тютельку. Главное рассчитать
и все будет в порядке. Так, ну что, у нас здесь, ребят, прибавляется жнец. В принципе, здесь нам нужно будет взять вот эту вот команду. Да, я думаю, что мы ей должны, в принципе, довольно хорошо пройти. Жнеца этого уложить спокойненько. Потому что у нас здесь наш дед стопудово крепче, чем у него жнец по ударам. И к тому же не забывайте, что дедуля у меня, он, как сказать, он делает стан. Станет врага там на какие-то секунды, но эти секунды, ребят, решает все. Так, Банши, заткни свое хайло. Вот так вот. Блин, хватало такого-то вот... Ай, камикадзе идет. Ладно, фиг с ним. Сейчас выйдет, ребята, жнец. По идее, вот секунду на секунду должен появиться. Ну, или не успеет он появиться, ребят. Тут одно из двух. Ой, вообще изейший прошли. Я ждал, когда у меня манна накопится на деда. И, как видите, просто разрулили все. Забираем сундук. Он заслуженно нам достается. И... Ну, банши, это хорошо. Это очень хорошо. Да, мы с вами... Это у нас люди, по-моему, здесь. Да. Так, давайте-ка мы с вами заберем гемы, которые у нас за квесты получили сейчас. Так, давай заберем. Три. И все, больше не будет. Только три. Но, тем не менее, ребят, у нас уже 100 гемов. Нам еще 50, и мы с вами купим шкатулочку. Ну, точнее, сундучок, в котором будут карты. Так, ну а мы продолжаем с вами. Фракция людей. Против них, да, в принципе, и эти даже сгодятся. Можно и вот этими поиграть. Так, подожди, я, по-моему, сейчас глупость сделал, ребят. Тут же фехтовальщик, да? Да, он сейчас быстро очень выйдет. Придется нам, наверное, если будем успевать, то самурая вызывать. А, вот даже как. Ладно. Ой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давай ты быстрее, ну, паладин, есть. Так, ладно, пока хорошо. Да ну, нафиг, что за фигня-то такая? Эй! Как так-то? Ты посмотри, они меня, ребята, давят. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Еху! Грубо говоря, нам повезло. Причем по крупняку. Разрулили. Просто самурай, ребята, впал в неистовство и начал их бомбить. Только благодаря этому они дальше не прошли. А так бы уже нанесли бы урон по базе, поверьте мне. Ух, а теперь я себя чувствую вполне спокойно. Воу, давай, бородавочник. Тыч, неплохо, да? Вжахнул по базе. Очень даже неплохо. Ой, баллиста стоит вообще, да? На безопасном для него расстоянии. Расстреливает базу. Великолепно просто-напросто. Ну что же, первая победа за нами, а мы с вами двигаемся дальше. И кто здесь? Слушайте, ну та же самая бригада, только добавляется еще копейщица. Поэтому давайте возьмем вот эту вот команду, потому что здесь у меня есть быстрые, хорошие, надежные юниты. Или нету? Нету, ребята, у меня здесь быстрых, хороших, надежных юнитов. Только лишь, да-да-да, именно жаба с молотом. Но она здесь справится. Так, теперь нам нужно... Ого, справится! Не справилась, ребята! Все, мы здесь профукали. Вот это да, вот это я лопухнулся. Жаба с молотом справится. Ага. Вот тебе и раз, как говорится. Блин. Не ожидал, конечно, я, честно говоря, что вот так мы с вами получим урон. На это все из-за фехтовальщика. Это все из-за него. Он сам по себе ватный, ребята, но почему-то жаба с молотом не могла с ним справиться. И мы проиграли, в принципе, из-за этого. Если бы я вызвал бы быстрее бы вот воина-мага, тогда да, мы бы там победили бы. 100%. Ну, ладно, хорошо, давайте мы сейчас переиграем, конечно же, этот уровень с вами. Как-то меня не особо это устраивает, честно вам скажу. Так. Жаба с молотом. Или же все-таки... Я даже не знаю. Эх, ведьма, ведьма. Так, а сколько у нас денег, ребят? Давайте посмотрим.
Я сейчас хочу попробовать на тыкву. Так, 82 тысячи. Слушайте, а давайте-ка мы с вами... Так, подожди, армия. Попробуем пропать тыкву и посмотреть, сколько уровней он у нас получит. Вот он. Ай-яй-яй, мало-мало будет. Маловато, ребята. 42 уровень. Слушайте, я просто хотел его взять в пачку и посмотреть, как он будет себя вести. Оглушение головы. Шанс ошеломить врага. Это, конечно, хорошо. Ну, 42 уровень, блин, слабоват. Он слабоват будет. Ладно, хорошо, немножко поиграем с вами. Потом когда-нибудь еще раскачаем его. И возьмем. Мы уже его возьмем вместе, думаю, в паре с ведьмой. Да, так будет, наверное, идеально. Ну что, пробуем еще разок, ребят. Я не знаю, получится, не получится. Нам надо успеть поставить... юнита, который... Желательно вот этого. Воина-мага. Но я не знаю, получится ли у вас. Вот, вот он идет. Успеем накопить или нет, ребят? Смотрим. 225 нужно. Есть, мы успели. Все, здесь мы победим, естественно, ребят. Потому что она в разы сильнее этих олухов всех. Вот так вот. Всех сейчас будем тут наказывать. Хе-хе-хе-хе. Сосунки. Так, вызываем своего прыгуна. Да и, в принципе, все тут. Песенка их не спета, ребят. Карточки, естественно, все забираем. Вот так вот делаем. Ну и базу разбиваем. Ну вот смотри, отлезет, а. Тут мешает нам. Ну давай, да фехтовальщик, иди отсюда, а. Все. Отлично, сделали мы с вами. Так, а у нас, по-моему, очень мало уже остается манны. А нам еще нужно три боя провести. Тут один кусочек мана остался. Так, может быть, здесь попробовать. Успеем, не успеем, ребят, я не знаю. Ну, как показывает практика, что самурай здесь тоже ватный. Хорошо, давайте попробуем. Расстояние, по крайней мере, стало больше. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте сейчас попробуем вызвать паладина. Для начала. Так, паладина вызовем и сразу же поможем. Блин, давайте бородавочек, наверное, попробуем все-таки вызвать. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, как они тут... Как они тут дико-то... Успокойтесь вы. Эй, ханорики, ну-ка. Фу, успел. Только что мне это дает-то, ребят? Мне это ничего, блин, не дает. Они все равно разбирают. Эй! Бородавочек, да хоть бы... Хоть бы с прыжка. Да ну нафиг. Не, ребят, нереально. Своим спамом меня просто здесь уделал. Вот и все. Что я вам могу еще сказать. Ладно, пускай проигрываем. Это бесполезняк какой-то. Так... Офигеть, раздавили, блин. Да, давненько мы не проигрывали сами, но фиг с ним. Это нужно было сделать. Так, где моя команда? Вот она. Поехали, родные. Раз они выеживаются. Погоди ты, мне сюда не надо. Раз они выеживаются, будем их наказывать по всей строгости. Так, поехали. Сейчас, сколько стоит мне вызвать... Моего мага-воина и все. И, ребята, как говорится, победа будет у нас в кармане. Ну, выходит. Так, теперь мы, наверное, вызовем с вами цаплю. Всадника на журавле, блин. Так будет правильнее. Так, лучник тут вышел, да? Лучник бы нам здесь... А нифига он там... Что-то уж больно далеко, он как-то стреляет. А ну-ка давай сюда их притянем. Вот так вот, отлично. Так, остается только, ребята, вызвать прыгуна. И он здесь все это сделает. Разрулит всю ситуацию. Особенно против этих лучников. Ну, что, лучник? Получил свое? Да выеживался. Вот, а я предупреждал, что все это для вас кончится очень плохо. Ну, давай, журавлик, бомби. Как никогда не бомбил, я помогу даже вот так вот вам. Ну, добиваем, ребята, базу. Вот так-то, делов-то на копейку.
Ну что, в принципе, можно сказать и все, ребята. У нас с вами манны больше нету, как мы видим. Ни на том, ни на этом отряде. А этот отряд, ну как бы вам сказать, но он не протащит. Здесь тем более еще вор, как мы видим, появляется. Это очень и очень плохо для нас. Так что будем закругляться. Ну а вам, как всегда, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы увидимся с вами в следующем выпуске по этой игре. Так что всем пока, всем удачи и до новых встреч.